уж дорогие эти. Смотреть в сторону этого запада. Что там написано? Остановка. Граф, наблюдаю над зубом, череп метка. Там пролетает самолет. Не самолет над зубом, смотрите. Азимут 192, район. Не вижу. Есть он на ДВ? Да, на ДВ, на ДВ. Нах, на табуле. А ты? Летит в сторону этого Зушкина. Не знаю, я не вижу смысла. Да вот, 230 азимут района. Там к нам летит, на нас летит. А, все, вот вижу. Он в облаках был. Над нами самолет пролетел. Что над вами? Самолет пролетел. Район, сейчас он улетает на восток, смотри за ним. Над нами проходит, ага. Над графом пролетает самолет. Бродяга, слышишь? Он, откуда самолет полетит? Во-во-во-во, над нами. Прямо над нами прошел, прямо над нами. Самолет на восток летит. Принято. Вот он, вон он полетел. Значит, надо в ту сторону ехать, прямо ехать. Да, да, здесь есть. Пролетел мимо. Если они его увидели, значит, прямо поехали. Он прямо над нами прошел, короче. Никто не прыгает. Можно ложные цели пускает специально для вводит заблуждение. А что-то я не пойму, куда он улетел. Он уже походу сбросил. Говорю, возможно. На восток. Возможно, все, все, ушел это у меня в запрет. У нас тоже. На восток дальше полетел прямо. Смотрите, у них там есть вертолет и ракет. Он взлетает через 10 минут. Возможно, он может скинуть десант. По идее, они должны скинуть десант по условиям. Но у нас никого не видно. С этого с самолета. Потому что он прилетел с триггера.
Раз, но он десантировал никого. Я никого не видел, нет. Поставил метку, возможно, десанта они высадили. А кто на замок поехал там? Можно, что, видно было что-то или? Ну, может, снайпер так какой-то хватал, там самолет пролетал, скорее всего, может, десант. Они туда не имеют права, если десант кидать, они должны были кинуть его дальше. Блин, ну вот он здесь. Мега разрушительный, может, чуть дальше. Короче, монах, пусть он выглядывает, там ждет его. Это сейчас подождем еще где-то, может, минут 5, если он больше никого не скинет. Понял. Отвлекающий монет. У них вертолет еще есть. Говорит Урал, будут наши позиции, Кригер не обстрелять. Если только выезжать в предел коричневого квадрата и там из леса выглядывать. Принято. Пока оставайтесь там на случай вертушки. Принято. Че, может, поедем куда-нибудь? Не, парни, сейчас подождем, посмотрим, что еще минут 5 и будем двигаться. Где-то через 3 минуты должен прилететь вертолет. Посмотрим, что он будет делать. Ты бы лучше оттуда бы свалил куда-нибудь, такое незаметное место. Они могут туда прийти, они ж могут выходить за пределы триггера. Хорошо, сейчас я приеду. Управление самолета было как вы первый увидели? Откуда он летел? Откуда куда? С запада летел? Он летел над твоим зубом в сторону монаха, потом развернулся, короче, и ко мне полетел. Возможно, он на развороте мог там вот и высадить, вот там, на западе. Поэтому монаху надо перекрыть лес вот этот вот с западной стороны у дороги 202-я, вот значит дальше вот. Это бродяга, вы приехали к нам? Рядом стоит. Как принял монах? Ну, гав, здесь их не было, они либо раньше высадились, либо ее перекрыть от 202 высоты, вот этот вот западный лес, где, возможно, там высадили, они через лес вот этот, скорее всего, будут идти к тебе туда. Бродяга, давайте возьму 230, короче, езжайте, вот где-то примерно сюда. По желтой, вот тут высаживаетесь и начинаете движение в сторону триггера. Ты как бы самые последние дни, а пацаны пусть первые идут, чтобы ты вышел, короче, вот сюда примерно, мог их кошмар. Как мы вдвоем. Ну, вдвоем, значит, один первый идет, ты второй.
Вот примерно сюда тебе надо выйти, отсюда и кошмарить попозже, когда уже будем штурмовать ее. Вот метка бродяга, видишь? С зеленым. Желтую линию вижу и все. Вот метка бродяга зеленая, видишь, возле триггера? А, да, вижу. Вот туда примерно выходи, братан, только уже когда будет штурм, не спеши, короче. Потому что это вся эта высота, стопудово там их лазят они там. Принял. Че там, по самолету есть информация? Да. Ферит, нам там и сидеть на севере, или нам южнее спуститься к метке Монах? Пока не спешите. Только когда появится, туда будете выезжать, я так думаю. Ладно, чё, Рэм, поехали. Честно, я бы уже дождался, когда они уже прорвутся в триггер, пройдут, сядут, и тогда уже вертушку убрать, и, блядь, потом спокойно обрабатывать триггер с дужки, блядь. У меня ж пехота через. А, ты пехота, подожди. Думал, ты на дужке. Не, не. На дужке. Ты выходи к краю леса вот этого, к опушке, и вот следите эту дорогу, вот эту вот часть, к триггеру, которая идет. Так, слышу вертолет. Принял. Где граф? Над графом пролетает вертолет. Вертушка, граф! Никита, к тебе летит вертушка. Граф, надо им вертушка про поход. Принял. В сторону Монаха летит, в сторону триггера летит вертушка. Она очень далеко от сушки. Мне выдвинуться туда, в сторону нее или нет? Не-не-не, не суетись пока, вот там. Хорошо. Вертуха летает над триггером. Я предполагаю так, что они скинули десант на юго-востоке или где-то в районе Монаха, где-то там. Они на... Ветушка за мной. Они а где вот Монах, скорее всего. Монах, ветушка за мной. Монах, скажи, в какую сторону ветушка полетит? Ветушка на черепа. Мены полетела. Не к тебе полетел? Нет, нет. На юго-запад пошла. Не спешим, не спешим. Держим ее. Ловим. Бьем наверняка. Ладно, Рэм, поехали. Пожу по коричневой линии. Пробуем оттуда как-нибудь выехать туда, схорониться. И... Он хаотично обрабатывает все. Thank you.
сейчас я нарисую, как пройдет. Сейчас надо турбо усилить монаха, они стопудово там будут проходить. Давай, я по красной линии вот так. Мило. Надо мной вертушка, над черепом. Воздушка наблюдает вертушку, но очень далеко, бесполезно смотреть. Да, едем, едем. Да, кто один? Монах, скажи, если на север полетит, или турбо, если над тобой будет вертушка? Нет. Даже 200... Потерь ни у кого нет? Монах не был. Монаха вроде нету. А, по кому он долбит его? Он просто стреляет по лесам. Я понял, понял. Вертушка прям. А, я ТМК работал сейчас. Вон вертушка на нами, видишь? Слева от нас, километры. Прямо на вертушке, а удаляйте, ты еще есть камеры. А, удаляйте. Ты что, ГС работал, да? Тогда раз триггер АГС. Это триггер АГС. Сейчас, пап. Граф, слышь, разрыв. МК работает, здесь опасное место, рядом поеду назад, не знаю. Там, давай смотри назад, надо курсировать. Граф, надо по триггеру поработать. Триггера ебашит по нам. Вражеский МК работает. Ребен, давай, наводись на триггер прям. Граф, как принял? Да, да, принял. Так, ты мимо шин чуть-чуть выкати назад тогда, или где у нас триггер, какой стороны? Вот выше. И метку надо дать точно. Граф, живой? Да, живой, сейчас работаю. Попробуйте по триггеру, он в триггере, скорее всего, опять стреляет с этого, со, ну, с открытой площадки. Всех бродяга вперед пошел, посмотрю. Ребен, у нас перепад высот почти 200 метров. Вижу нашу ЗУшку. На КВ говори. Граф? Да-да-да. Поставь на нас метку, а то я ЗУшку нашу вижу. Она мне отработала. Бродягу. ЗУшка на севере летает. ЗУшка живая. Ребен, там сейчас вертолёшка, вертолёшка. Граф, это по тебе? Да, садись, уходим, блядь! Да, наша зуба! Да,
На себя вертолет под зушку. Граф. Да, Сань, просто я чуть получил пиздюлей, не знаю, что-то что-то прилетело. Граф, триггер справа у нас, на жильца, давай, уходи туда, на север. Граф, по тебе прилетел пуск. Труба слышно была. Да, 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 я понял, все, сейчас прихожу в себя. Сейчас, Рэма, по ногу перевышу, погоди. АГС целый, Рэма? Да, да, все целый. Чувствовал, что в жопу, бля. Сейчас метку поставлю на... Да мы где-то по триггеру. Я вот триггер вижу справа. Вижу казарму, о которой ты говорил. Могу, в принципе, они работают. Подожди, 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 сейчас. Это как за триггера, ёб твою мать, без... Давай я отработаю, вон я вижу эту казарму, которую ты сказал. Там ну ёбать отсюда. Граф, у тебя точно место? Работаю, работаю, да. Деревьям закрыть, да. Я вижу сразу, что попытай не попасть. Так и прямо, дай что закрыть. Рафу за монаха держать, убить. Вертушки выбьют задний ротор, а на кровь. Да, подарок. Справа, 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 или вот так, справа. Аккуратнее, пилот выдал в районе зеленой горы. Там пилот. Такой, наверное, горы. Сюда не поработал, нет? Ну я вижу, но я не буду видеть, куда я попадаю, просто вижу попадание. Уходим, 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 снайпер, уходим. Уходим, уходим, сзади бьет. Просто мы долго живем, брат. Пиздец, да, сзади, короче, прям... Прям уже меня прилетел. Ротор у меня выйдет. Живая вертушка. Вертушка живая. Нет, нет, я не знаю, кто это. Короче, надо это... пометить, что сзади у них. Скажи, монаху, где-то рядом с снайпером, короче. С тобой там где-то снайпер. Граф. Да, да, слушаю. Ты своих никого не потерял? Че-че? И своих никого не потерял, когда приезжал на меня. Москита живой, нет? Когда мимо меня приезжал, мимо монаха. У меня все живые, все живые. Короче, мы убили врага. Мой снайпер убил врага, он хотел тебя уничтожить. Правильно, снайпера этого убили, который хотел нас убить. Убили, да? Да. Ну, видишь, как хорошо, мы на себя его выманили. Так, если его убили, тогда давай левее и ближе к деревьям, чтобы я видел триггер. Куда мы...
Может, давай пока чисто триггером отработаем по на этому. По ну, ставь метку мне. Для Зушки есть какие-нибудь указания? Вертушка возвращается. Можем работать за пределов? Сволочь такая. Но она без заднего ротора. Слышь, а может она высадила этого офицера? Хрен знает, я просто видел, что парашютист прыгнул над меткой, где вот пилот я поставил. Ну и где там ёж тоже поставил. Вертушка живая, вон летает, на да, она без пулеметчиков точно, скорее всего. А Зушка наша минус, да? Нет, все живо, Рэмон, мы на высоте где-то примерно 200, чуть ниже где-то. И триггер, короче, 232 высота. Ну я не вижу, где мы 200, я не понимаю. Я тебе говорю, что мы находимся на высоте где-то примерно 200. Ротор сзади у нее не крутится, я не знаю, что. Ты метку можешь поставить? Никита. Как пламя, граф. А, ну все, понял. Маша отрабатывает по триггеру с РПГ. Че и пуск? Отстрел, по кому работал отстрел? Твои работали, мы на. Принял. Никита. Точно наш. На связи. По триггеру. Так. Может на 296 переедешь? Вот там, где был турбо. Опасно. Подожди, вертушка на меня, походу, летит. Я принял, хорошо. Парни, наших триггеров в триггере нет. Лази, слышал. Давай, Рэмон. Все, свои едут, свои. Ты стреляешь, нет? Сейчас, секундочку. Парни, сейчас буду работать по триггеру, короче. Открою. Вертушка уничтожена, теперь принял. Уж точно. Все, вертушка минус. Никит, пока не спеши, короче, когда штурм начнется, тогда начнешь, короче, перед штурмом. Вертушку добили, все. Жестко, короче, ебать триггер, братан, понял? Блять, да пляшет, блядь, капец, не попадаю. Ты только это самое, разлет делай прям большой, побольше, короче. Монах, метка турбо-автоматика. Парни, корректируйте АГС, корректируйте АГС. Смотри, пускай попадание смотрит сейчас. Но это ближе монах может корректировать. Куда прилетает монах? Давай, стреляй. Сейчас задрал сильно, потому что это... Да, граф, стреляй. Дострелял уже. Граф. Да, слушаю. А бродяга метка, где бродягина метка? Поставь на его метку, пожалуйста, пока он, мы ее не убили. Он на зеленая бродяга. Бродяга на связи, бродяга? Попадай, так сидит. Да, он там сидит на зеленой. На все. Связи, граф. Да, все принял. Граф, по тыгию попадает? Куда прилетела, монах? Ну, короче, не видели, куда полетело. Давай еще раз, Рэйва. Слишком далеко от триггера упал. Далеко от триггера, да. Стой. Куда падает? Опять не видим разрыв. Блять, долет, недолет, перелет. Куда он падает? Примерно хоть. Западная часть, короче. Рэйва, неправильно поправки делаешь. Перелет метров 100. Ну, да, 100, 100, 100 метров попадает? Перелет. 100 метров перелет. Давай, минус 100 делаем. А, ну это все. Я выйду, я просто сейчас могу рубануть. Ты какой хай выбираешь или этот лайт? Ты по хаю стреляешь? Хай, да. Блядь, выбирай лайт, он быстрее будет. Давай, лайт.
стреляй по одной, по Ревен, всей. Ты стреляешь в облака, Ревен. Турбо, у тебя там лес в чистый? В облака ты стреляешь. Оно взрывается в воздухе. Ну, мы никого не встретили, но не факт. У тебя сколько осталось улиток? А граф где? Он живой вообще, граф? Я живой, по у нас улиток это... еще три. У нас улитки взрываются в этом воздухе, блядь. Никита, может, с моего леса, с восточного подойдешь? Ну, давай подъеду к тебе тогда. Главное, сейчас подожди, я сейчас посмотрю, тут триггер будет видно сюда или нет. Сейчас, подожди. Хорошо. Бери где-то на 850, на 900, бери вот так где-то дистанцию. Все, пошли улитки, смотрите. Правильно, не пизда, блядь. Нет, ты чё, стой, перелёт, перелёт, он не дал. Стой, перелёт. Монах, твои ГПСы? По мне, это граф, стой. Так недолёт или перелёт? По мне, по моей пометке прилетел, про мою эту. Ты в триггере, да, уже? Недолёт, метров 50, дальше сделай. Ты аж перелетел за триггер, короче, вот моя метка чуть туда аж перелетел, по мне попал. Давай ближе, подъедем, я... Подожди, я, блядь, ты видишь, откуда я стреляю? Метка граф, короче. У меня недолёт получается за тебя, монах. Пусть, да, пусть недолёт. 100 метров возьми ещё плюс. Что недолёт вообще? Метров 300 бери ещё выше. 400. Смотрите, я раненый, я трубаю. Сейчас, что Ревен на ДВ выйдет? Я тоже раненый, короче. Слушай, я отхожу, короче, перегар. Чё, к тебе ехать, нет? Да, давай, подъезжай. А что, ты вышку заберешь? Самая метка, которая сейчас, сюда, остановись пока. Попадай, нет. Куда падает? Куда падает турбо? Я не вижу из-за деревьев, куда-то, блядь, в лес. Бродяга, ты видишь, куда ГС падает, нет? По триггеру ничего Никита, не падало. Никита, поставил восклицательный знак, вот сюда подъезжай. Газ, садись на машину, поехали. Принято. На другую гору просто, и все, блядь. Да мне пизда, я сейчас. Потом уже... туда подъедешь дальше. Давай зданием, еще стреляй где-то, плюс 50, ниже, возьми, и оттуда короче. Уже будет да я уже столько задал, что... Прикроет да. Нас подход. Хорошо. Давай, Рэм, работай, выстреливаем, все, ну... Просто сейчас рубанусь, понимаешь, смысл? Мы сейчас подъедем, я рубанусь, я буду сидеть без сознанки в машине. Монах, на твоей южной метке монах есть кто? Бродяга, ты можешь скорректировать? Ты видишь, короче, триггер, нет? Вижу. Давай корректируй нас, короче, куда прилетает. Москита живой? Москита живой? Блядь, я не вижу, куда они падают, ты. Парни, куда ГС падает, ёбаный в рот? Еще пару рыдай, не видел, блядь. Не вижу вообще триггера. Это я отсюда триггер вижу, не блядь. Рядом тоже. Москита живой? Он не выходит, пропал. Эван, ты видишь, куда прилетает? Да я вижу, визуально вижу, куда попадает. Ну, почти по триггеру, да, считай. Все, давай, Рэй. Вот сейчас нормально было. Пусть так и работает. Монах, ты в триггер смотришь, Двинок? Да. Началось. Лошадка. Граф. Все. Двоих я убил. 200? Граф. У тебя сколько улиток оставалось? Улиток? У меня пол-улитки осталось. А, ну все, то есть, ничего. Двоих я, короче, забрал. Да. Кого? РТ Суслик и Викинг. Викингов. Меня слышно? Да, меня слышно. Это граф. Да. Ну ты в меня попал. Ну, братан. Тебя ж не Реван убил. Меня? Да, кто тебя убил? Мне, короче, знаешь, написано что? ГАЗ Урал, АГС-30. А, ну все, значит, мы тебя убили. Ну, я же сказал, вы по мне стреляете. Не, я это я... сама, мы-то добавили еще чуть-чуть, короче, этого. Ну вот, я вниз спустился, вы... Нет, у меня нет, что тебя убили. Может, тебя задавили, не могли? Нет, я возле дома сидел, и про меня АГС первый раз, короче, не помахнул, не пугнулся. А то вот четко в меня пролетел, прям. Нет, тут у меня пишут суслики, викингов и темная лошадка, все, нас убил. У меня написано, вы убийца союзника, Урал, 3151, АГС-30.
Наш мы тебя накрыли, да. Так, ну лед в триггере, короче, сидит. Ну мы долго стояли, граф. Если бы мы не стояли, мы бы уехали, он бы ничего не сделал. Мы далеко были, вот лошадка, ты же знаешь, он лазит, хер знает где, блядь. Не, слушай, мы вообще с тобой были за этим, за триггером. Они могут работать. А, они могут выходить, да? Или вот не могут? Вообще, выходи куда угодно. Фаран штурмует 33-го, красавчик, давай, Фараныч. Где ты видишь Фарана, я не вижу вообще такого. Ну, это он уже против нас играет. Только что. Давай, Фаран, убей своего братана, убей. Красавчик. Убил? Быстрее тебе, блядь, я Фаран убил. Быстрее тебе здесь? Да. Чё ж, предметки не поставили, что двух на другого? Я поставил, но у меня канал группы стоял, не знаю. Ну, по-моему, моей группе его. Командир ваш проебался, понятно. По питу стреляют. А, давай, Пит. Бродяга над ним, блядь. Он услышал? Но не видит, да? Он смотрит в его сторону, бродяга, да. А москит кто убил, интересно? Бля, бродяга, что ты вниз смотришь? Вон он бежит, только что. Вон он бежит! Вот. Давай, три, блядь, бродяга. Да ёпта твою мать, блядь. Ну чё он смотрит? Остановись, блядь. Видно же, что здесь свой, стреляй! Стреляй, блядь. Блядь. Да чё он делает? Думаешь, что свой, блядь. Сейчас его заберу, блядь. Видно же, форма светло-зеленая такая, блядь. Вот, Питер, ГПшу, блядь. Все, забрали. Забрали? Дага проебал свое счастье. Ебучие, кстати, кто тебя убил, кстати? Блядь. Череп, блядь. А, череп над тобой, да? Да сраный ГП, блядь, обрядку сработал первый, блядь, второй не долетел. Бродяга тебя на прицеле держал, это самое, это какого, эксайт. Он, видимо, думает, что ты русский, блядь. А, я все, вижу бродяга, да. Он прямо над тобой, там, блин, метров 50, может быть, 100. Да. Где Никита вообще? Никита едут. Форму хер различили, блин, я тут с СВДшки кто-то бегал, блин, не видел. На юге у вас. Это Роджер бегал. А, Роджер, да. Так, Фараныч спалился, блядь. Сейчас, наверное, Шон заберет бородягу, да?
Надо было все-таки, блядь, из автомата стрелять, сука, не любишь. Да я бродяга, по идее, должен был убить, он от тебя был, он над тобой был, метров 30 от тебя. Он думал, я бы череп был, я бы череп был, успел бы забрать хотя бы. Я хотел, блин, я подумал, что-то, блин, сейчас ГПшечка наверняка, блядь, накрою. Ага, блядь, накрыл, блядь, ветку. Правильно бежит к бродяге. А, кстати, а кто нас РПГ хотел выбить, наверное, наш АГС? Лошадь там? Сейчас друг друга завалят, молодцы. Да. Бля, с фараном. А, вообще дармот. Ну там и форум еще. Бродяга бежит на Курта, нам, да, уходит. Ага. Теперь нормально так пошел бродяги. Это что же, да, Xai 3D, да? Да, я что было. Давай, Никита, выкатывай там машину, блядь, ебашь этот триггер, блядь. Бродяга должен Куртона увидеть, смотри. Форум левее посмотри, блядь. Слева форум. Бродяга, ну стреляй. Стреляй, бродяга. Да стреляй ты, ебаный в рот. Ахнись. Куртон, скажи, пожалуйста, ты здесь? Или Xai? Это форум был, Куртон идет. Теперь опять бардаки. Скажите, вы как десант высадили вообще? Форум? Я без понятия. Без понятия. О, Куртон бежит в бродяге. Череп шел на нее. Череп возле Шона недалеко, бля. Давай, Куртон, давай, давай, братан. Смотри на бродягу. О! Никитос, чуть-чуть возьми это самое. Пан этому. По штабику, блядь. Ну, лошадка живая, ничего себе.
давайте мочите его. Я же попасть не могу в него. Не надо здесь бить. Спина не села, блин. Отбейте его нахрен. Волчай в жизни. Это ППХ было, а чё? Пит, гад. Тут его был, кто-то. Пит. А, ГПшка, блин, ну Пит наконец кинул. Я его сразу видел до этого, но я думал, это свой. Прошел в О, лошадочка активизировался. Все, походу. А, все. Пит не может успокоиться теперь. Ну, Пит пока БК не доставляет. Китос был слабее, блядь. Просто тем калибром. Все как бы наш не положил. А он оружие только что какой-то УАЗик видел. Бля, сейчас штаб рухнет. Да, не помню, а штаб походу, блядь, не убиваем, а что-то плохо помню. Да он только отсутствует. Походу его можно сложить. Да, покоцаем, да. Смотри, сейчас Роджер с турбо прям хорошо досмотрит этот дом. Отлично, пасло. Молодец, гора, блядь. Кого забрал? Ангрибора, блядь. Гора меня убил. Я тоже тебя вижу. Почему они не перешли на КВ-атаки? А череп был на связи с вами, нет? Нет. Никита, давай, ебашь, блядь. Кто там гараж? Он добивает. Монах, кто тебя убил? Меня? АГС. АГС меня свой убил. У нас АГС забрали, да? Ну, тебя убили свои? Да, подожду. Походу, у них достал этот штаб, который из металлической. Никите, да? Эх, Никитос, ты бы хотя бы чуть-чуть... Чуть-чуть-то, интересно. Никит, там синяя метка пехоты стояла на нас. Череп отомстил это, Никит. Череп, зараза. Охеренные зышки. Вертолет сбили, мы свое дело сделали. Ага.
Не, Никит тебе 5 звезд за то, что Зушку сбил.